В конце следующего года в Люберцах начнется реконструкция Октябрьского проспекта. Главную магистраль городского округа планируют расширить до 6 полос. Детали предстоящих работ на днях обсудили сотрудники местной администрации и представители строительной компании. Реконструкция Октябрьского проспекта – масштабная работа, которая требует тщательной подготовки. В настоящее время на этом объекте проводятся экологические, геодезические и археологические исследования. В этом году планируется завершить все необходимые изыскания. Лишь после этого специалисты приступят к проектированию дороги. Проектирование мы с вами закончим где-то в середине следующего года, ну где-то весной. И осенью мы выходим на положительное заключение экспертизы. То есть у нас там остается месяц буквально, следующий год, и мы выйдем на конкурсные процедуры на строительство. Для того, чтобы избавиться от пробок, Октябрьский проспект расширят до 6 полос, но ради этого придется снести 58 объектов, установленных вдоль дороги. Такая участь постигнет незаконные здания или объекты незначительного капитального строения. Есть красные линии, установленные генпланом города, и никаких других дополнительных сносов в рамках красных линий не предусмотрено. Кроме того, на главной магистрали Люберец появятся надземные и подземные пешеходные переходы, а на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красная построят эстакаду длиной 700 метров. Вместе с ликвидацией дорожных пробок в городе решится еще одна главная проблема – ливневой канализации. Стоимость проводимых работ определится в марте 2018 года. Финансирование реконструкции Октябрьского проспекта будет за счет областного бюджета. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.